Приветствую вас, уважаемые зрители, с вами снова я, Ведьмак. Вы смотрите прохождение игры Метро 2033 на сложности Stalker Hardcore. Мы с вами находимся на базе Спарты, которая, кстати, базируется почему-то в храме в каком-то. Это у нас хан. Ну, здравствуй, да пошел ты в жопу. Вот мы и встретились. Да ему я. Вечно я забываю. Ты что-то сказать хотел еще, или что? Как эти джентльмены здесь уютно устроились. Я слышал, полис не спешит тебе на помощь. Увы и что ах. Что будешь делать? Молчишь. Превращаешься в охотника. Обдумай свой путь еще раз, Артем. Как знать, куда он тебя приведет. Да. Каждый пожинает то, что посеял, Артем. Насилие порождает насилие, и за смерть платят смертью. Те, кто не испытывает сомнений и не знает раскаяния, никогда не вырвутся из этого круга. На самом деле, хан... Думаю, я сказал все. Достаточно интересный персонаж и интересно рассуждает философски. Вот и ратует за то, что нужно обдумывать свои поступки. В общем-то, он склоняет нас к тому, чтобы не уничтожать черных. Ну, в игре это не очень хорошо прослеживается, а вот в книге, да, в книге там как-то эта линия более видна. Ладно, давай, говорите. Не очень-то и полезные бумаги. Все намеки, намеки. Хотя вход в D6 тут обозначен. Значит, нам туда дорога. Ты готов? Ну, как тут у нас дела? Все готово, Ульман? Вот, дров наколол. Володя? Все снаряжение готово. А вы, ребята? Готовы? Тогда по коням. Это подвалы старого храма. Почему я лежу через среди дров? Хотелось бы знать. Отлично. А теперь на рельсах. Дай печку растопить. Если верить карте, в D6 ведут несколько путей. И ближайший к нам через Киевскую. Попробуем пробраться этой дорогой. Киевская? Я про эту станцию нехорошая. Машина у них на дровяной тяге. Прикольно. За Киевской раньше была еще станция. Паровая, наверное. Победы. Была война, и киевляне завалили туннель к парку. Ходят слухи, что люди с парка не погибли. Но и людьми быть перестали. И еще там видели какую-то хрень. Хрень? Что-то вроде тумана. Ерунда полная. Разумеется. Кто такой парень? Сейчас нас попрет. Володя в этих туннелях всю свою семью потерял. И не помнит, как это случилось. Что случилось? Артём! Эй, с Артёмом что-то творится! Опа, пёрло! Птички поют. Весна. Красна. Артём. Чего? Ой, это у нас черные. Так они у нас изображены в игре. Артём! 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 Товарищи пытаются выйти на связь с Артёмом. Давай еще на шатыря. Давай. Ох, блин, на шатырь страшная штука на самом деле. Очнись, Артём. Если в больших количествах Очнись. Занюхать, слава богу, то голову пробивает так, как будто по ней кувалдой долбанули. Потом еще свет, ты его слепишь. Очень Артём. Долго слизистая отходит в носу. Дьявол тебя дери, ну ты нас и напугал. Что это было? Ты можешь встать на ноги? Довольно странно, что NPC задают Мы вопросы бессловесному персонажу. Я как бы вам не могу ответить. Что это было, а что это не было. Черт, у меня от этого места мурашки на коже. Боря, проверь,
Пульт управления разнесен в щепки. Все провода перерезаны. Я знал, что не может у нас выйти все так гладко. Володя, доставай инструмент. Будем открывать гермозатвор. Артём, стой здесь. Мне кажется, или сейчас идет диалог, которого я не должен слышать, потому что мы еще не приехали. Ну да. Поглядывайте за тылом, ребята. Сейчас, так, собственно... Володя, найди схему первого блока. Ульман, глянь сюда. Сначала мы должны соединить провода, а потом, по моему сигналу... Смотрите, квадратики. Рубить выключатель, понял? Этот баг они так и не исправили. 3А на 2D. Что-то к нам приближается. О, да ты что? Забей. Забить? Похоже, что-то гонит. Ну ща будет шашлык. На пулемет. Пулемет? Какого черта? Ну, хотя бы сдохну в бою. У меня здесь огнемет, у меня нет пулемета. Огонь! Неудобная штука, честно скажу. Пироман. Куда деваться? Я экономлю, потому что очень легко его перегреть. И тогда уже стрелять будет нечем. Стараюсь аккуратно, вообще говоря, жечь. А, блин, что ж я не попадаю-то по ним? Хватит прыгать, скоты! Всех сожгу к херам. Вы хоть представляете, что такое огнемет в закрытом помещении? Здесь уже температура должна подняться. Градусов тогда 300 воздуха. Ну там аномалия у нас. Давай! Или мы все трупы! Получилось! Готово! Ворота открываются! Врата открываются! Великие врата! Как там Бурбон вещал? Быстрей же! Давай, давай! Сейчас накроет! Сука! Не заводится! Она не заводится! Давайте, ребята, мы должны вырваться отсюда! Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса! Толкнули! Спасибо тебе, господи. Как мы, а? Почти достало! Получилось! Не хотел бы там оказаться. Огнемет на пропане, что ли, работает? Окей, приехали. Что тут такое? А, типа кнопки, да? Прикольно. Это еще что? Лампочку вырубила. Черт. Откуда здесь вообще электричество, хотелось бы знать. Ладно, давай посмотрим, что там. Десантируемся. Занудное, честно говоря, место было. Так, мы прорвались, так. Но это полдела. Впереди самое серьезное. Сейчас меня будут гонять туда-сюда. Ты командуй штурмовой бригадой. Борис, Степан, вы прикрываете этого шута. Артём, Володя, вы со мной. Нет. За дело. Да давай, давай же! Ух ты, какая любопытная штуковина. Жаль, сломанная. Чтоб тебя труба грыз. А куда нам так торопиться, товарищ полковник? Может, это самое? Перекурчик объявим? Такая нервная работа. В аду перекуров не бывает. Обожаю патроны. Великие дела. Великие дела? Мне кажется, что мой след в истории будет больше похож на мокрое пятно. Ахаха, какая смешная шутка.
Так, ну, был небольшой арсенальчик. Подзаправились патронами. Вот такой вот агрегат. Честно говоря, не знаю, лучше ли он моего старого агрегата. Возможно, нет, возможно, да. Вот теперь уже ничего не изменишь. Вернемся домой, будешь зубной щеткой сортиры чистить. Да, товарищ генерал. Ну и местечко. О, трупешник. Вот такой вот должен быть сталкер. Задание. С такими вот заброшенными жуткими местами. Ну-ка, пощелкай выключателями. Страшной темнотой. О, кого-то монстра грызли. Вот с такими аномалиями, которые за нами сейчас гонялась и тому подобным. Это, в общем-то, и понятно, потому что, собственно, товарищи были бывшие духовными, как сказать, создателями сталкера. Ливнули из GSC в свое время и основали А4 студию, вот, которая и создала метро в результате. Поэтому метро больше похоже на сталкер, чем сам сталкер. По крайней мере, в моем понимании. Тихо. Спокойно. Что за радиоактивные бочки тут стоят на ровном месте? Нифига. Черт, проклятие! Проклятие! Я пойду. Там А темно и Б страшно. Сейчас здесь будет еще и кроваво. Собственно. Вот дерьмо. Эй, поаккуратней с выражениями, солдат. Конечно. В армии же никто не ругается. В армии все говорят: уважаемый сударь, не соизволите ли вы передать мне салфетку? Нет, это дурная примета. Если тут есть помет, значит его кто-то метнул. Конечно же, стоять посреди комнаты — это очень хорошая идея. Держать линию. Стрелять. Мне патроны надо экономить. Лучшая оборона — это нападение. Владимир, Артём, не суйтесь в пекло. За мной. Хорошо. Не буду сраться. Но вы идете не дебилы. А ты что там застрял? Пошел куда-то. Окей. За тобой. Где ты там? Пошли уже, ну. Упоротый. Я готов идти. Только я стрелять не буду. Короче, я пошел, отстаньте от меня. Да ему вообще пофигу на меня. Все спокойно. Товарищ полковник! Не могу сражаться в такой рабочей обстановке! Вот тут воняет так, что уже нюх отбило! Это от твоих шуток! Боты сражаются с ботами. Какая прелесть. Чуть у меня патронов вдруг не стало к револьверу. Кто там мяукает? Дебил, слева от тебя монстр бегает, и ты куда-то хрен пойми, куда стреляешь. Ой, патроны кончились. Но я тратить не буду больше ничего. Хотите? Боже мой, как бесхозяйственно! Это ж сколько грибов-то тут можно насадить? Ну, если только мухоморов. Че, очередная комната смерти? А был бы я Фрименом, сломал бы. Но мы идем не. Че встали-то? Ты стреляешь в меня, придурок. Ты че на него прыгаешь? А ну пошел. Молчать! Хрен страшный. Зарежу. Да, что-то правой кнопкой не очень получается убивать.
И какой-то поротый, тебе не кажется? Дважды не умирать. Ну, это понятно. Не хотелось бы умирать здесь. Мы их уделали. Надо же. Да, думаешь? А что-то мне кажется не совсем. Типа он его убил. Окей. Боря! Что это? Что это? Помер он, отдай мне его патроны. Степан, оставь его. Поздно. Ботинок. Тыщ. Смотрите, сколько гильз. Боря, памятью твоей клянусь. Не успокоюсь, пока их не изведу. Да ты-то изведешь. Так. Тут у нас возможность на самом деле сменить оружие обратно, но хрен бы с ним, ладно, походим с этим. Чисто ради разнообразия. Так, впереди насосная станция и резервуар для сточных вод. Откуда ты знаешь? Надо вскрывать дверь. Дайте мне пару минуток. Покажи класс. Так. Лифт. Так. Интересно, куда этот лифт ведет? Так. 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 Еще секундочку. Патрончики. Патрончики, это хорошо. Так, а для этого агрегата у нас, к сожалению, готово. Не осталось патронов. Открыто. 19. Давайте перезарядим. Че, завоняло? Я туда не пойду. Просто-напросто. Идите, ребятки, идите. Ой, черт. У меня есть нож. Ульман, не подходите. Проверь. Еще есть у меня метательный нож. Ты что сразу, Ульман? Несправедливо. Ты просто самый разговорчивый. Таких обычно и посылают все время куда-нибудь. Что здесь лежит? Патроны, деньги. Хорошо. Все чисто, заходим. Заходим, так заходим. Вы могли бы заходить побыстрее, потому что у меня-то противогаз кончается куда как быстрее, чем у вас. Так, сейчас здесь будет... Пыш-пыш-пыш. Ну и что теперь? Там внизу есть проход. Нам туда. Внизу? Другого это где? Нет. Двинули по-тихому. По-тихому? Не бейте меня. Отстреливайтесь. Вы все равно бессмертные, пока вас скрип не убьет. Поэтому... Какого черта? Блин. Что-то это уже становится опасно. Да умри ты, ну! А, это бронированные упыри, я помню. Они хоть плохо убиваются. Так, противогаз мне разломали, гады. Отлично. Просто все отлично. Сюда! Так, все сюда. Мужики, все туда. Проклятие, огонь! Сменим противогазик на новый. Модный. Ганмен дали достижение, не знаю почему. Да и ладно. Твою мать, ну патроны кончились, ну как всегда. Иди ты нахер. Все, отстреливайтесь без меня, пожалуйста. Великолепно, у меня нет патронов вообще. Ну, клёво. Вот он, твой D6. Наслаждайся, мать твою. Все, можно снять противогаз. Ага, сейчас. Вот она.
Эта дверь ведет в Д6. Да ты чё? И как же ты об этом узнал? Не может быть. Может быть, потому что здесь огромными буквами написано Д6. Она закрыта. Что-то я не удивлен. Кнопочку нажать не пробовал? Тут где-то наверняка есть пульт управления. Вот это вот красно. Артём, осмотри комнату. Сейчас. Живо. Артём. Не понял. С тобой всё в порядке? А, да. Отлично. Мы попробуем до тебя добраться. Дверь внезапно закрылась мне на голову. Удачи! Удачи! У меня патронов нет, придурок. Видимо, уже похеру. А, нет, попал. Дай в жопу ты, иди. Блин. Надо же было без патронов остаться-то, а? А, или это неубиваемые, по-моему, упырь, который вообще невозможно убить. Похоже на то. Тут есть такие. У них стреляешь, стреляешь, вообще по барабану просто. Так, немножко патронов нашли. Это хорошо. Так. Слышь! Мать твою, урод! Так, я, кажется, кругами хожу. Или нет? Уйди, а. А подожди, давай спустимся, потом будешь стонать. Окей. Ну, в общем, вы видите, к чему приводит хардкорная сложность, да? Конец игры — это очень-очень сильный расход патронов. Даже на нормальной сложности, я помню, у меня были серьезные проблемы. Хотя я на нормальной сложности никогда не играл, я играл на тяжелой, по-моему. Вот, и тут все достаточно печально, потому что патроны кончаются вообще в секунду, и восполнить их, ну, не получается. Так. Ой, уйди. Да пусти меня! Какого хрена? Иди нафиг. Нафиг это с другой стороны. Артём! Чё? Сюда! Иду. Слава богу. Живой всё-таки. Степана убили. Да когда успели-то? Стёпу. Дьявол! Не верю. Тише, тише. Что за... Там какой-то звук в тоннеле. Да не может. Слышите? Быть. Что-то на нас идёт оттуда. А сейчас, по-моему, шибанёт. А, нет, это же поезд приедет, точно. О, смотрите, моднявый поезд, да? Такого американского стиля, а не советский. Так, так, так. Ноль. Это еще что? Два. Похоже на автоматизированную систему. Че, правда? Я пойду гляну, что это? Нет, я первый глянул. Дрянное у меня чувство по поводу всего этого. Да ты чё? Да пусти ты меня! Все чисто. Другого пути тут нет, так что вперед. Все, можно пройти сюда. Может быть, здесь патроны есть? Какой-нибудь ящичек тут заныкан, не? Не. Не в этой жизни. Коврик, смотрите, такой. Следующая остановка — командный центр. Да ты что? Дыш! Дыш! Не... Че, читаешь стихи? А, это хан, что ли? Или а это полковник? Да? Ну, хан с нами не пошел уже, точно. Спасибо. Хоть чем-то помог, наконец. Патронов бы еще выдал, было бы прикольно. У меня какой-то побитый противогаз. Надо бы заменить его при случае на новый. А у них, видите, какие модные маски. Мать их, перемать. Я тоже такую хочу. Почему у меня противогаз заледенел? Я не понимаю.
Я же не на морозе нахожусь. Ладно, неважно. Так. А здесь обязательно носить противогаз? Да. Похоже, обязательно. Так, это лифт. Поехали. Эй, поаккуратней там. 20 лет без техобслуживания не всякая советская военная техника вынесет. Вранье. Под ноги смотрите. Тебя тоже касается, Артём. 20 лет. Значит, в 2013 году взорвалось, да? Что-то все слишком просто. Интересно, интересно. У нас еще есть шанс воплотить всю эту фантастику в реальность. Артём со мной. Есть, есть. Товарищ, товарищ командир. Главный командир. Шевели булками. Ой, ты тормоз. У меня противогаз заканчивается. Он еле-еле шевелится. Дубак. Так, а где выход-то отсель? Ну и что-то там. А что? Чем он стреляет? Интересно знать. На пневматом, что ли, стреляет? Офигеть, ты оригинален. Ой, электричество. Ай-яй-яй, лава будет. Откуда здесь вообще электричество? А, где же атомный реактор стоит, точно. Ага, меня все-таки задело. Ну, конечно, конечно. Несмотря на то, что я прыгнул. С болота такая. О, противогазик. Давай. Знаешь, а я примерно все себе и представлял. Со времен моей службы в армии ничего не изменилось. А этот комплекс будет постарше меня. Так, ты там где вообще? Так. Тут наверху должны быть воздушные фильтры. На экстренные случаи. Раньше все строили на века. Думаю, система все еще работает. Не то, что сейчас, да? Так, а это куда ведет? Не помню, я здесь не ходил, по-моему, ни разу. Вот здесь ничего и нет. Эх, нет, чтобы положить какой-нибудь там патрончик, я не знаю. Не-не-не-не-не. Не надо стрелять пока деньгами. Эти 200 патронов мне пригодятся еще в будущем. Так, а ты куда ушел? А. Скрипит. Не надо скрипеть. Не надо этого делать. Упырье вымя! Свет отрубился! А ты мог бы не орать на весь комплекс? Эй, что случилось? Да ничего хорошего. Перехвалил технику. Теперь придется запускать систему вручную. Там где-то есть запасная пусковая система. Поднимись-ка на тот мостик. Потом объясню, что делать. Да, да, пошли, пошли. Артём! Там должны быть 4 стартера! Угу. Чтобы завести этот хренов агрегат, сначала надо открыть все кожухи. Да, да. Жми на кнопку по сигналу. Да, я помню, помню. Первая кнопка. А где первая? Бягу, бягу. Аж тапочки теряю. Давай. Первая кнопка. Мы же ее уже нажимали. Вот зачем еще раз это делать? Третья кнопка. Да. Я великий нажиматель кнопок. Во мне сидит дух Гордона Фримена. Сейчас я вам устрою тут каскадный резонанс. Вторая. Я только что ее нажимал. Четвертая. Четвертая.
Крайне увлекательное занятие. Все. Вот Бога! Давай к нам! Завелось. Че ты орешь? Слушай, бляха. Пытаемся запустить систему. Иди в большой спорт. Ну, чё? Запускаешь, не? Клавиатура. Давай, пуск! Ничего не выходит! Давай же, еще раз! Ай, безнадега! Проклятие! Проклятие! Конечно. Советская техника только спинка заводится. Ты уже противогаз снял, а мне еще не сказал, что можно снять. Тупые вымя. Зарезать не могу. Ой, я стекло разбил, извините. Эй, полковник, что случилось? Все в норме. Артем, уходим. Хватит играть с аппаратурой. Пошли, я течу. Я что ж тебя держу, что ли? Здрасте, ребята. Так, где полковник? Тормоз, чертов. Поехали уже. Тоже интересно проектировал эту систему, что человеку нужно пригибаться, чтобы сюда войти. Давай. Слава богу, нам не надо спускаться до самого низа. Чую, там что-то неладно. Какой ты чуйный. Ладно. Терпим. Терпим. А мы с тобою терпим. Так. Все? Я могу отсюда выйти, наконец. Ульман, налево. Профессор направо. Артём, прикрываешь меня. А ты куда собрался, если они налево и направо? Если все карты составлены верно, нам туда. Но как нам ворота открыть? Есть идея? Как же их открыть? Артём, конечно же, Артём. Больше-то попросить некого. Переться в темноту, наполненную монстрами. И искать, как открыть хренову дверь. Это только Артём у нас умеет. Так. Нам, насколько я помню, нужно завести один из поездов, чтобы он влетел в эти ворота. Хорошие проводки. Хочу себе такие. А что если... Так, Ульман, давай за мной. Сами завели, что без меня? Ну, отлично. Пока я зато патроны собрал. И то хорошо. Ну да. 4 патрона. Великолепно. Теперь тихо. Пошли. Карточки какие-то лежат. О, еще патрончики. Сюда. Книжки метро 2033, гениально. Отлично. Это что, я больше их ненавидел, что ли? Вместо того, чтобы патроны положить, они положили книжки. Окей. Будем, значит, отбиваться от монстров книжками. Ульман, держи дверь. Владимир, это... Давай, охренели. История и культура Древней Греции. Кому она здесь нужна? Ядрёна, кочерыжка. 6 патронов. Зашибись, чё.
Так. Что здесь валяется? В ботинке вырос цветочек. Отлично. Не надо так щелкать. Да, мне страшно. Соображу. Инструкция А-124, третья страница. Панель ДС-22. Ах да, вот же она. Товарищ полковник, что там на экране? Великолепно. Нет, не зря я учился всей этой ахинеи в армии. Товарищ полковник, экраны как? Железная память, Володь. Я всегда говорил, что от армии должна быть какая-то польза. Заработало! Ай да оборудование. Так, а теперь займемся ракетами. Ура! Ура! Заработало! Первый уничтожен. Второй не боеспособен. Третий. Почему надписи на английском языке в советском бункере? Вот, вот он. Один есть. Сейчас я выцарапаю из него всю информацию. Это разве не система ГРАД? Отлично. Какого дьявола? Что произошло? Твою мать! Резервная батарея села. А что с основным питанием? Ну, кажется, реактор выключен. И отсюда нам его не запустить. Придется спуститься на самое дно и стартануть его вручную. Судя по схемам, ничего сложного. Там все на автомате. Пойдет как по маслу. Конечно. Издеваешься, что ли? Как ты собрался вниз-то спускаться? Ну, там лифт вроде есть, этажом ниже. Проблема в том, что нам придется тут все отключить, даже аварийное освещение, чтобы ему напряжения хватило. Если другого выбора нет, давай так. Спасибо, Володя. Будь здесь. Следи за приборами. Мы быстро. Артем, Ульман, за мной. Ладно, пусть ребята идут. А мы с вами завершим серию. С вами был я, Ведьмак. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, комментируйте, оценивайте. Приходите еще. Всем пока.